Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится iPhone 16 Pro, и сейчас мы вместе с вами будем настраивать клавиатуру. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел «Основные». Здесь выбираем клавиатура, и теперь можем начать с клавиатуры. Здесь мы можем нажать «Добавить новые языки» и добавить какой-нибудь язык. Нажимаем «Готово». Также можем удалить ненужные нам раскладки. Нажимаем «Править», и здесь мы удаляем языки, которые нам не нужны. Дальше можем настроить замену текста, то есть мы можем нажать на плюсик, написать тут какую-нибудь фразу, например, «С днем рождения». И далее сокращение для данной фразы «Добавить». Нажимаем «Сохранить», и после этого, когда мы будем вводить сокращение, мы можем заменить это на полную фразу. Также можем настроить клавиатуру для одной руки, выбрать справа или слева. Тут же мы можем включить автопрописные, автокоррекцию, предиктивный ввод. Также результаты вычислений. Можем включить проверку правописания, капслок, смарт-пунктацию, проведение пальцем для ввода, удаление начертанного слова. В общем, вы можете здесь все, что вам нужно и не нужно, включать и выключать. Просмотр символов можно включить и быструю клавишу включить. Также можно включить диктовку и настроить здесь уже язык диктовки, автопунктацию. Вот, также можем включить стикеры и отправлять их с клавиатуры эмодзи, и можем предложение вариантов в тексте для английского языка включить. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.